Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Охотники на зомби». Конечно же, за наших пришельцев Бада и Еджея. Так, и у нас, ребята, хватает деньги купить, конечно же, гарпун модель номер 2. Так, отлично. И надо нам... А что, у нас ничего нет, ребята, никаких зомбарей вообще. Так, есть здесь испытание дня. Попади нескольким зомби в голову. Докажи свою меткость, лови зомби выстрелами в голову. Принимаем, ребята, вызов. 16 зомбарей нам нужно поймать именно выстрелами в голову. Так, ну что, зомби у нас обнаружены. И, естественно, отправляемся на их поимку. Так, ну давай, мой маленький монстрик Еджей. Какой ты нафиг монстрик? Ты просто-напросто пришелец. Так, я вижу, здесь у нас, ребята, обосновалась парочка зомбарей, которые тут спрятались. Надо их ловить. Так, синий вылез. И еще один синий. О-о-о-о-о-о-о. Елки ты палки, да как же так, а? Ну почему я упал в середину? Блин, убежит, гаденыш. Убежит этот паразит от меня. А ну-ка. Тьфу ты, ё-моё. Да, это, ребята, было глупо, очень глупо попасть именно в серединку к зомбарям, и чтобы они побежали от меня. А как говорится в пословице, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Хотя я одного все-таки поймал. А тут у нас, тут аж 4. И один сейчас будет меня бросать, свой молоток. Ух, мимо. Отлично. Давай, 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 давай. Давай, Еджей, родной. Отлично, и последнего. Да, все, все хорошо, ребят. Выстрелы в голову. У нас 3 выстрела. Еще нужно 13. Но, как видите, победа не совсем чистенькая получилась, потому что все-таки одного зомбаря мы упустили и жетончик нам не дали. Так, зато у нас есть еще одно местечко, да, где мы можем половить спокойненько зомбиков. Давайте вначале вот этих вот мышек тут всяких, змеек всех поубиваем. Угу, хорошо. Ждем, когда они вылезут, подальше отойдем. Ага, вылезли. Ха, минус один. Так, а этот у нас вот в защите. Да что ж такое-то? Что меня притормаживает-то все, а? Ну, блин, мимо. Отлично, фу, я уж думал, сейчас, ребята, убежит нафиг от меня. И опять ничего у нас не получится. Ну, я его поймал, эй-эй-эй-эй-эй. Куда бежишь, блин, бочковитый? Все, выловили его. И остался вот один, ребята. Он как раз находится вот здесь. Дожидаемся. Ай, здесь желтый хмыреныш. Без проблем, как говорится. Ну что же, теперь мы получили с вами, да, медальку. И у нас уже 11 из 25. Это довольно хорошо. Но зомбарей все равно еще по-прежнему мало. Сколько? Маловато, блин. Давайте хоть что-нибудь с вами запустим. Нам нужны деньги, нам нужен сок. Сок, вкусняшки, вата. В общем, пудинги. И все, что можно из них сделать. Ага. Все, пошло, как говорится, производство у нас. Наверное, ребят, нам придется опять смотреть, блин, чертову рекламу. Точнее, я ее буду смотреть, вы-то ее не увидите, да, понятное дело. Чтобы нам еще наловить зомбарей. Да-да-да, именно они нам нужны. Так, ну ладно. А, нет, ребят, смотрите, у нас тут вот что есть. Нет у нас нифига, я ошибся. Ну, давай-ка. Пошли ловить зомбиков очередных. Так, двое есть, вообще их здесь будет 6. Но власти. Ага, в защите, в защите. Блин, им еще надо умудриться попасть в голову этим говнюкам. Да, я так буду, пожалуй, долго, очень долго зарабатывать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, фиолетовый куда почесал? Да как же ты быстро... Yes, я его поймал все-таки. Я его поймал, ребят, прям на грани, как говорится, на выходе из этой локации я его умудрился выловить. Эй, синий. Че, обалдел? Обалдел, как меня увидел, да? О, прям в чайник. И получил шестеренку. Шестеренка, это, ребята, у нас, по-моему, идет на улучшение наших зомбовыжималок. Что-то как-то скудненько. А, нет, нормально, нормально. Все нормально. Давайте возвращаться в кафе. И, блин, 240. Продать что-нибудь. Ну, неужели нечего продать нам, а? Вроде все добывается. Отжим идет. Что им еще нужно? Дайте мне уже перейти, в конце концов, на следующий уровень-то, а?
Ага, вот, ребята, осталось совсем немного. Давайте подождем капельку. И перейдем. Это у нас будет какой уровень-то? Ага, 16-й. 16-й уровень. Ну давай, 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 дожимай этих гадов. Все, я надеюсь, уже все. Блин, нет, еще пятерых. 5 напитков нужно продать. Ну что ж так долго вы поступаете-то, а? Так, карамелька там. Вот оно, наконец-то. 16-й уровень, новые продукты. Новый зомби у нас, смотрите-ка, толстяк какой-то. И 2 плутония. Хе-хе. Я этому очень рад. По крайней мере, у нас появился новый вид зомбаря. Ну-ка, улучшим. Да, и денег уже нету. Я буквально, ребят, на подсосе. А нужно продать еще 40 товаров. И также 20 пудингов. Сколько стоит, чтобы купить? 4000 бакинских. Глазной крем? Я не ошибся, прочитав это? Нет, будем считать, что я ошибся. Или я неправильно перевел. Глазной крем. Вы только представьте, как это омерзительно. Фу, даже думать не хочу об этом. Так, зомби-лимонад, зомби-мороженое. Блин, жесть. Ладно, давайте отправляться с вами на поимку зомбарей. Один тут спрятался, да? Ну, вылази. Легенький, надеюсь. Синий, хорошо. Поймали. Без проблем. Блин, еще 10, ребята, зомбиков нужно мне поймать. Точнее, выстрелом в голову убить, чтобы я смог тут выиграть. Это, как говорится, пари. Тут трое, да? И там двое. Неплохо. Слушайте, вот это я понимаю, когда по... Оу-оу-оу, это кто-то... А что это за такой зомби был странный, ребят? Я не успел, честно говоря, разглядеть. Но то, что он хорошо так бумкнул и дал мне кучу плутония, это мне очень сильно понравилось. Почаще бы таких бы. Ну, кто... О, а вот, ребята, и новый вид зомбаря. Смотрите, жирный. Ну, бегает он довольно шустро для того, что он пухлый. И чистая победа. Получаем еще один значок. Хм, шикандос. Так, отличненько. Еще плутоний заработали. Продолжить охоту. Ну, а почему бы и нет, ребята? Почему бы нам не продолжить? У нас есть... У нас есть плутоний. Но мы также можем посмотреть и рекламу. Так, вот они, обнаруженные зомбари. Давай, давай, мой маленький Еджей. Ну, власти. Так, синий, синий, 2 синих. О, всех поймал одним выстрелом. Хедшот, как говорится. Да ё-моё. Погоди, погоди, я не понял, а это-то? Какого лешего я одного пропустил, эй? Ребята, странно, да? Не доглядел, называется. На радостях-то тут, блин, сейчас бы профукал бы. Хорошо я услышал, что он там что-то хрумкает. А он, гад, мозги как раз там подъедал. Да что такое, не могу попасть, а? О, отлично, подбил. Ну что, давайте, наверное, вот этого вот зомби тоже вызывать. Желтый, ладно. А ты-то какого перепуга тут вышел-то? Учуял, видите ли, а, ребят? За километр почувствовал вкус мозгов, запах точнее. Ну, давай вот этих вот двух последних сейчас вызывать. Вышли, вылезли, дорогие. Типа в защите. Не поможет вам это ничего, ребят. Не поможет. Я вас все равно нахлобучу своим супер-пупер-гарпуном. Куда побежал? Опа, как я его круто, ребята, а? Перехитрил. И еще один значок у нас в копилочку падает. Ну, ребят, сейчас просто шикарно. У нас столько зомбиков. Мы сейчас будем с вами столько всяких штук выжимать и нажимать. Так, 4000-то нету? Нету пока еще, потому что у нас кончились зомби, и зомби-выжималки просто-напросто тупо простаивают. А нужно 4000 золотых. Это, кстати, очень-очень много. Блин, фиолетовых у нас нету, жаль. Есть вот эти вот олухи. Так, синие, желтые, естественно, есть. Блин, и все. Да, как ни странно, больше ничего у нас нету. Нам придется, ребята, опять, по-моему, смотреть рекламу и ловить зомбарей. Или же просто-напросто делать небольшой перерыв и уже, как говорится, встречаться в следующей игре.
Хотя, ребятушки, ничего подобного. У нас есть плутоний. Да-да-да, именно его я буду использовать для того, чтобы мы смогли найти еще хотя бы одно пристанище этих маленьких вонючих зомбарей. Вышел он, вышел. О, даже выстрелить не успел, как я его быстро тюп, нокаутировал своим гарпуном-то, а? Ну давай, лази, желторотик, блин. Желторотик. Так, здесь у нас змея. Змея пошла отсюда. Не нервируй меня, муля. Так, и теперь надо подождать, когда вы... Да я не понял, с какого перепуга этот желторотик бежит? Ё-моё, сейчас... Так, синий. И не лег на провода. Иди сюда, я тебе сказал, блин. Во, бинго. О, ребята, мы, кстати, все, выстрелы в голову закончили. Да, и уровень прошли. И получили еще жетончик. Есть! Как говорится, круто, очень круто, ребят. Ох, сколько у нас зомбариков. Прелесть просто. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что здесь нам достанется. Испытание пройдено, понятно, получаем награду. Крутим однорукого бандита. И что нам достается? Шуруп какой-то, еще шуруп. И три плутония. Блин, ну почему шурупы-то достались нам, а? Почему не зомби, не деньги, именно шурупы? Для чего они? Я понимаю, шестеренки, да. Ладно, ребята, у нас деньги, по крайней мере, растут. Тут все идет на выжим, очень даже хорошо. Практически все выжималки работают, кроме одной. Ну, до нее тоже дойдет время, когда мы с вами... Кстати, вот фиолетовых очень мало почему-то нам вообще попадается, ребят. Так, через 8 часов 12 минут у нас обновится задание. Продать товары 8 из 40. Да. Ну что, давайте. Не хватает, черт. Придется, наверное, смотреть очередной раз рекламу. Так, погоди-ка, давай-ка в кафешку заглянем. Слушай, ребята, а почему, блин, это? У нас, смотрите, получается что? А, так, уже закончилось. Как-то быстро. Очень быстро. Так, ну что, мы все с вами зомби-выжималки запустили. Я думаю, когда они надавят нам 4000, мы с вами и увидимся. Но это, наверное, будет уже в следующей серии, да? Так, экипировочка. Экипировочка, ранец нам. Ой, как ты, посмотрите, какие цены здесь. Обалдеешь от таких цен. Ну, будем стараться, будем копить, ребята. Куда нам спешить? Нам спешить некуда. Да, я не спорю, у нас с вами много-много, очень много игр, которые мы с вами играем. Мне очень тяжело на все это успевать, разрываться, но будем стараться. Так что давайте, ребятушки, сделаем легкий такой перерывчик, лайтовый, и уже увидимся после него, когда у нас будут деньги. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в «Охотники на зомби». Так, нам надо было 4000, если я не ошибаюсь. Тут у нас, смотрите-ка, новое задание. Поохоться на диких животных. Так, на чьей стороне мать природа? Поохоться на змей, летучих мышей, крабов и прочую живность. Слушайте, крабов я еще, по крайней мере, ни разу не видел. Но, судя по этому, они должны быть здесь. Так, и что? А, ну да, зомбарей-то у нас и нету. Но зато мы можем купить, да, вот эту прелесть, ребята. Ух! Крем какой-то глазной, блин. Чувак, если бы я не знал, что она на 95% сделана из жира зомби, я бы мог поклясться, что это настоящее мороженое. А как ты думаешь, из чего сделано это настоящее мороженое? Да, ребята, действительно, из жира вот этих вот жиробасов, вы представляете? Блин, жесть, я только подумаю, мне уже даже подташнивает, блин. Ладно тут эти зомби, да какое ладно, ничего не ладно, противно все это. А тут еще жир из жирного жиробаса превращается в мороженое. Бррр, отвратная вещь. Так, что у нас нужно тут? Ага, вызов у нас на 10 вот этих вот всяких животных. Ну и, соответственно, мы не забываем про наших зомбариков. Вот он, красавец. Опа, отлично. Один готов, их тут еще 4 осталось. Угу, двое здесь заныкались. Ну, власти. Так, в защите, блин. В защите, в бочке, ай-яй-яй. Куда ж ты побежал, блин. Воу, отлично, я его подбил. Так, а ты-то куда, синий? Иди сюда. Папочка всех накормит. Готов. Всех накормит в плане того, что за счет зомбарей.
а не зомбарей накормить. Так, нормулька. Змейка тут еще. Опа, и нет ее. Так, и вот эти вот два хламона. Ну-ка, давайте посмотрим, надо прятаться. Оу, жараба, здорово. Иди сюда. Опа, отлично. А ты-то что? Ну что ты, ну что ты, что ты, что ты? Куда ты собрался? У меня теперь гарпун, елки-палки, второй категории. Ух, еще немножко, ребята, еще буквально 9 медалек, и мы с вами получим новый статус, новый титул. Давайте продолжать охоту, потому что у нас там на болоте есть еще одно место. Блин, конечно бы хотелось бы мне больше вот этих вот дронов летающих, которые находят нам зомбиков. Соответственно, вы представляете, если бы у нас тут летало бы 10 дронов. Ух, я бы тут бы уже давным-давно разбогател бы. И хрен знает, куда бы продвинулся бы, на какой уровень бы. Но без доната, ребята, не будем никаких донатов делать. Неохота мне пока, денег нету, на нуле. Так, отлично. Да и к тому же я считаю, что вот именно в этой игре он и не нужен, потому что она сама по себе прикольная. Милая, прикольная игра, да, несмотря на то, что мы тут, видите ли, ловим зомбарей. Ну, зомби, согласитесь, очень смешные, не какие-нибудь там страшные и уродливые. Прикольные зомбики. Из них давим коктейли, делаем мороженое, чупа-чупсы, всякие эскимо, карамели. И продаем людей. Как говорится, зарабатывает каждый как может. Выживает сильнейший, ё-моё. Да что такое-то? Все, поймал. Да, ребята, все отлично. Еще одна медалька у нас. Замечательно. Зомби пойманы, получаем. Вау, мы, кстати, получили плутоний, 9 штук, у нас, если что, ребята, есть одна халявная попыточка. Да, вот, вот она. Ну что ж, продолжаем. Мы с вами наловим, как говорится, кучу зомбарей. Ну, а уже потом будем, как говорится, их распределять по своим нуждам. Самое хорошее, когда их много. Чем больше, тем лучше. Вот когда мало, тогда да, тогда не айс. А тут вот есть, как говорится, куда поставить, куда пристроить. И что, надавить? Ну, вылазьте давайте. Так, синий вылез. Хе-хе. Гайка нам досталась. Так, вот эту вот мышь надо будет, ребят, обязательно поймать. Потому что нам еще нужно 5 всяких животин наловить. Да что ж такое-то, а? Еджей, ну давай. Ну, молодец. Монетку надо забрать. 6 из 10. Ну, еще 4. 4 мышки или... А, вот и змейка тут у нас. Естественно, бум. Ее грохнули. Так, и вот тут вот у нас еще... О, разные виды. Давай, там последний какой-то не хочет вылазить у нас все. Фиолетовый. Редкий чувачок. Он там мне как раз и нужен для полной коллекции. Так, и, ребята... Уже 18 жетонов у нас. 18 жетонов. И еще осталось 7. Да? 7. Ну что ж, давайте возвращаться в кафешку нашу. Так, смотрите, коктейля нету, ни поставок, ничего. Блин, это не дело, ребята. Нужно снабжать. Давайте вот так вот сделаем. Так, по идее... А, здесь давится. Да, жирного мы, однако, очень долго почему-то перерабатываем. Не знаю, с чем это связано. Ну, с другой стороны, я даже понимаю, он жирный, пока из него все это выдавишь. Ух, сколько времени нужно потратить. Сколько энергии моим машинкам нужно потратить на то, чтобы его обработать, этого жиробаса. Так, ребят, ну что, давайте, наверное, пойдем еще раз поохотимся. Так что, поехали. Ну, что, обнаружены, да, обнаружены. И сейчас мы будем ловить их. Так, здесь двое, там двое и еще двое. Будет шестеро. Замечательно. Ага, вылез. Ух, черт подери. Да почему ж так вот не фартит? Я тебе сейчас покричу там, крихтун. Иди сюда, желтый. Не убежишь. Я считал, не убежишь, гад. А сдался бы по-хорошему. Глядишь, и отпустил бы тебя с миром, но нет. Так, ладно, блин, да... Что такое? Вот, отлично. Сразу же двоих. Погоди-ка, вот здесь у нас тоже прячется какой-то зомбарик. И это у нас... Ага, стачок. Не, ну хорошо, ребята, хорошо. Он меня бросил молоток. Ну, вы знаете, как на дуэли вместе с ним одновременно нажали. Он молоток бросил, я в него гарпун, и я победил. Потому что у меня-то лишь легкое головокружение, а у него, извините меня, подвешенным быть на воздушном шарике и пойманным моим напарником Бобом. Ну, вот они, хламочки. Оп, отлично. Монетки, монеток мало, ребята, очень мало.
19. Да, 19 у нас уже жетонов. Хо-хоу. Так, мы продолжаем охоту, потому что у нас там еще зомбики обнаружены. Освобождать, наверное, не будем. А может быть и будем. В принципе, что, да? Посмотреть рекламу там. Сколько там? 10 секунд. Ох. Ну-ка, ребята, сейчас буду сетки ловить. Так. Бросок. Бинго, как говорится, без проблем. Но лучше всего, конечно, ловить сеткой не вот этих вот легких бегунов, а довольно редких, которые вот у нас там бросаться любят или еще что-нибудь в этом роде. Так, хорошо, иди сюда. Я должен подбить, все. Воу, ребята, выполнили мы задание по поводу поимки животных. 10 из 10, так что потом мы будем с вами сдавать. Слушайте, я сверху, наверное, не попаду по нему, или попаду. Вот так вот. Че я буду париться, да? Сверху, снизу. Напрямую. Блин, змея, иди отсюда. Не надо мне тебе здесь быть. Ну, как я понял, здесь еще должны быть крабы. Они когда-то будут. Ну вот когда, это уже другой вопрос. Хе-хе. Всех поймал. Всех поймал абсолютно, ребята. Сейчас еще мы получаем с вами жетончик. Вот так вот. Еще 5 чистых, ребята, побед. И мы с вами получим новый титул. Я надеюсь, что мы его получим. Так, ну что, я смотрю, зомбарей у нас достаточно много, чтобы запустить все аппараты в путь. Так, нам нужно продать товары. Тут у нас 14 штук. Испытание пройдено. Крутим. И что нам? Что нам достанется? Дайте что. О, жирный зомби. Хорошо. Блин, опять это гайка. И еще гайка. Да что такое? То болты, то гайки нам достаются. Фигня какая-то, блин. Испытание пройдено. Понятно, что пройдено. Так, и, по-моему, 4000, да, нам нужно было. Если я, конечно, чего-то не путаю. Какие, блин, 4000? У нас нужно продать всего лишь 12 товаров и... Ну, здесь, короче, 12. По 12 товаров везде. Но этого зомби мы почти уже дожали. Тут осталось меньше минуты, буквально секунды считанные. Но нам нужно будет, ребята, обязательно с вами поставить следующего на производство, потому что нужно 12 коктейлей именно с этого жиробаса продать. Хорошо, ладно, фиг с ним. Что можно сейчас нам запустить? Так, магазин, в магазине. Ну, в магазине ничего. Хотя, подожди, в зомбовыжималках, да? Да, именно здесь мы можем улучшать вот эти вот коктейльные штучки, получать больше коктейля и больше товара. И, соответственно, цена будет увеличена у них. О, 1000, блин. Хотя заманчиво. Тут 5000, это слишком шикарно для нас пока. Тут вообще почему-то нету 12000, блин. Ну, нам это не потянуть. Где-то тут, вот, давайте хотя бы за 1000 улучшим, да. Синих зомбарей будем выжимать. Общая прибыль у нас повысится сразу же. Ух, щит, там, блин, вот это можно тоже улучшить, кстати. Вообще нормулька. Но теперь я думаю, что у нас бабки полетят рекой. Так, ну что, мы того жирного, интересно, с вами дожали. Давайте вот сюда заправим. Кого бы нам еще с вами оприходовать? Ну, давайте, наверное, вот этих вот. Ага, сюда. Ну и, в принципе... А, здесь нужен фиолетовый. Блин, зараза. Хорошо, давайте тогда сюда синих засунем по полной программе. Так. По идее... Вот, уже немножко осталось, ребята. Здесь всего 6... Ага, надо жиробаса засунуть. Делаем, наверное, тогда отжим. Блин, и хочется, и кольца, и... Не знаю. Ну так долго мы будем ждать. Ё-моё. Продать товар. А почему? А, тут нужны вот эти вот десертики. А десертики у меня, они хоть делаются вообще? Десертики делаются, но очень, блин, долго и медленно. Ладно, ускорим, пожалуй, мы с вами жиробаса, так и быть уж. Ну, давай турборежим. О, сколько пошло, пошло и закончилось. Так, пускай давят. Я надеюсь, на этот раз нам хватит. Вы посмотрите, сколько мы там мороженого надавили с него. О, пошло дело, пошло. И мы с вами что, получим, получается, 17 уровень. Это же круто, это очень круто. Ну, давай, распродавай ты все. Вот, продать товары. И остался лишь только вот этот вот десерт. Я вижу, он там есть, вот, ребята. 17 уровень. 2 плутония плюс улучшение какое-то. Какое, блин, улучшение еще может быть, я не понимаю. Куча мороженого, да, теперь вместо одного будем кучу мороженого получать. За 4000.
А, веревочка улучшать, конечно, надо, ребята. Это наше основное задание. И также улучшить зомбовыжималку. Зомбовыжималку. Я так понимаю, это как раз ту, где мы с вами добываем мороженое, якобы. А на самом деле это обычный жир зомби в стаканчике. Так, ну что, ребята, зомбики у нас обнаружены. Да? Давайте приступим к их поимке. Как говорится, чтобы зря время не прогорало. Ну, власти. Вот, один вылез. Опа, готов. Угу. Желтый в мусорном баке. По-другому не назвать. Отлично, все шикарно. Ну, давай вылази, кто ты тут у нас? Опять желтый. Блин, давали бы мне здесь фиолетовых бы побольше. Они потому что очень редкие. А желтые синие практически везде попадаются. Ну, вот здесь аж две штуки синих. Ого! А ты не припухли, а? Бочковитый. Налжбан меня взял, еще и огрел, а? Ладно, а ты там что жуешь, мои накопленные мозги? Вот так вот. Слушайте, а есть в этом логика, да? Смотрите, мы, ребята, ломим зомби, делаем из них соки, потом эти соки продаем людям, люди умирают, и мы забираем у них мозги. И вот этот вот зацикленный круговорот мозги и зомбарей в природе вполне логично. Шутка, конечно же, была, ребят. Так, ну что же, в принципе, наверное, и можно завершать на этом видосик свой. Естественно, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся уже в следующих сериях и продолжим играть в разные интересные игры. Ну, а на этом я буду закругляться. С вами был Рэй, и до новых видосиков, ребята. Всем пока.